Здравствуйте, друзья! Вы на канале «Прошу к столу». Сегодня хочу вам предложить очень вкусный зеленый легкий салат с копченой курицей. Для этого нам понадобится виноград, копченая курица, сельдерей и майонез. Сельдерей хорошо моем и нарезаем кружочками. Виноград без косточек хорошо помыли и режем пополам. Курицу режем маленькими кусочками. Добавляем майонез и перемешиваем. Друзья, салат готов. Сельдерей придает особый вкус этому салату. Спасибо, что смотрели нас. Не забывайте подписываться на наш канал. Не пропускайте новых рецептов. Пишите комментарии. Прошу к столу и приятного вам аппетита!